На переднем плане перед вами русский патруль, который охраняет склад боеприпасов. Мы видим, что справа приближается группа красногвардейцев. Да, все же этот гражданин приблизился для того, чтобы завладеть боеприпасами. Гвардейцы побежали за похитившим вооружение, видимо, шведскоровцем, а один из русских военнослужащих пострадал из-за этого нападения, ему оказывает помощь медицинская сестра. Шведскоровцев взяли в плен. И с ящиком. А где ящик? Сейчас вот обрыв уже больше вперед. А мы видим смену караула у склада вооружения. Видим собирающихся красных финнов. К Выборгу подступали войска Маннергейма. Это было примерно 30 тысяч человек, с которыми вместе шли немцы и шведы. А сопротивление им оказывали 20 тысяч красных финнов. Руководил наступающими белыми войсками генерал Лёвстрём.
бывший генерал русской армии, который покинул ее после Октябрьской революции, швед по национальности, уроженец города Выборга. Совет народных уполномоченных, который в это время, после захвата Гельсингфорса, находился в Выборге, принял решение, что нужно сохранить силы для будущей борьбы. И в ночь на 25 апреля 5 кораблей отчалили от Выборгского замка в сторону Петрограда, на котором уехали представители Совета народных уполномоченных и высшего военного командования. Новый штаб обороны возглавил Эдвард Бюллинг. Он тоже был депутатом финского сейма. Он тоже родился в Выборге. Это был смелый, честный, принципиальный человек. И 26 апреля он пошел на переговоры со штабом начальника немецких войск полковника Аусфельда. Бюллинг сказал: можем ли мы рассчитывать, что при возможной капитуляции будут соблюдены постановления Международной Гаагской конвенции? Полковник фон Коллер ответил ему: я требую безоговорочной капитуляции. В ином случае решать исход будут пушки. Если я войду в город силой, я буду беспощаден. Последние дни апреля, 26, 27, 28 числа, развернулись бои на подступах к городу и самому городу. Вот сейчас мы увидим еще один боевой эпизод. Андрей, ну еще ты будешь стоять перед нами, Андрюха. Ну... Thank you.
Это в три. Заметьте, что еще здоровье экономит. Thank you.
Да-да. Пытались прорваться к лодке, но там они тоже были окружены и вынуждены были капитулировать. Некоторые отряды пошли к Петрограду, перешли границу и надеялись там собрать новые силы для того, чтобы взять реванш. А в Выборге уже 29 апреля начался жестокий белый террор. Направлен он был против красногвардейцев, финских и тех людей, которые им сочувствовали. Против жителей города Выборга, русских, евреев. За короткое время было расстреляно около 4000 человек, по разным данным, от 3 до 5. Людей арестовывали, уводили во рвы аннинских укреплений, стреляли на собачьем кладбище. Это место, где сейчас находится памятник красногвардейцам. Там в основном расстреливали финны,